Один Вова бьет, а другой держит. Какая волна интересная. Волна очень интересная. Вот так. Никого нет и деревенских. Говорил сегодня, никому не надо это. Все заняты, перезаняты. Я в это верю тоже. Больше нам награда от Бога. Вот какое озеро и волны особенно решил снять. Как дрожание какое-то пошло. Сейчас как-то не так вроде. Вот это вот деревья, береза, это все на берегу росли. Вот так. Ну вот рыбачили, с того берега на этот переходили. Ну было самое большее сантиметр 70 глубина. А сейчас 3 с лишним должно быть метра. Вот как намаслили. И там он сколько еще готовил. Пенек специальный. Тяжелая кувалда. Вот так. Никто сегодня к нам не пришел. Один решительно отказал, а другой промолчал. Как хороший бюрократ, мог бы отказать сразу, но лучше придите завтра. А вот лага. Лага – это остатки Ноева потопа, когда уходила вода. И где мы находимся сейчас, километра 4, может быть, 3 была вода. Киты плавали тут. И вот здесь вот за лесом начинается ровная дорога. И вдруг начинается вот такой ширины балка. Куда делась земля? Куда? И вон дальше, видать, все балки, балки эти, лага называются. Ясно дело, что это вода промыла. Что вода промыла, это все знают. Ни гор, ничего нету. И начало начинается здесь. Прямо откуда? Только воды никогда не бывало. И не может быть.